В Покачах прошло открытое первенство по мини-футболу среди мальчиков 2014-15 годов рождения. Для воспитанников спортивной школы этой возрастной категории это первый полноценный турнир. Как говорят тренеры, до этого был лишь тренировочный процесс. На приглашение откликнулись команды из Нижневартовска, Лангепаса, Сургута, поселка Высокий и города Стрежевой Томской области. Наша задача на данном этапе получить неоценимый опыт, так как дети только начинают свои большие шаги в большом футболе. Поэтому, и кроме этого, конечно, получить заряд бодрости, положительные эмоции. Ну и, как я еще раз сказал, что на данном этапе не важен не результат, а вот именно опыт. По результатам первого круга в финальную часть вышли Сургут и Стрежевой, которые решали судьбу третьего и четвертого мест. Гости из Стрежевого первыми открыли счет, и команде из самого крупного города Югры все время приходилось отыгрываться. Но к последним минутам матча разрыв составил уже 2 очка, и шансов хотя бы сравнять счет у сургутян не осталось. Ну а первое и второе места делили хозяева площадки и гости из Лангепаса. Первый тайм не выявил явного преимущества хоть кого-то из соперников. Все комбинации разыгрывались за счет индивидуальных качеств спортсменов, но до завершения атаки не доходили. Во втором тайме покачевцы все же нашли свою игру, и голы буквально посыпались. За 20 минут мяч 4 раза побывал в воротах Лангепаса. Хозяйской же сетки он ни разу не коснулся. Итог турнира. Покачи первое место, Лангепас и Стрежевой, соответственно, второе и третье.